Привет, это интернет-магазин Baseball FM, и сегодня поговорим о том, какие бывают бейсболки. Рассмотрим 5 базовых фасонов на примере бейсболок бренда New Era. Бейсболки отличаются формой купола, формой козырька и наличием либо отсутствием застежки на затылке. Сперва рассмотрим бейсболки с плоским козырьком. Они бывают размерные, называются fitted, подбираются строго по размеру, как обувь. Второй тип – это снэпбеки, которые регулируются на затылке. Также бейсболки с загнутым козырьком, которые имеют более узкую и пологую переднюю часть купола. Они бывают с регулировкой размера и без регулировки, так же, как и бейсболки с плоским козырьком. И пятый тип бейсболок – это бейсболки с сеткой, которые также регулируются на затылке. Мы рассмотрели 5 основных фасонов бейсболок, и каждый из них еще имеет кучу разных подвидов. Различия в куполе, в застежке, но об этом мы поговорим в следующих выпусках. Пишите в комментариях под этим видео, какие кепки носите вы, и до встречи в следующем выпуске.